Омни, помни, твою мать. Друг мой, привет. С тобой Дава Дым. И сегодня мы будем обозревать продукт Омни. Я его прокурил в достаточном количестве, поэтому готовь про него рассказать. Но перед этим давай мы определим план этого видео. К сожалению, чтобы не выпадать из ритма и дать участникам больше времени, чтобы принять участие в прошлых конкурсах, в этом видео не будет ни розыгрыша, ни, конечно же, победителя. Мы это все сделаем в следующих видосах. Сегодня мы чисто побазарим про Омни, потому что это новый продукт. В продаже он еще вроде бы никуда не вступил, но это не значит, что мы не можем его обозреть и подготовить тебя к тому, чтобы ты знал. Если ты увидишь этот продукт на полочках, то обязательно должен его купить. Теперь давай смотреть. Что нас ждет в первую очередь? Внешний вид очень крутой, пачки необычные формы, хорошего качества, премиальные. А есть даже текстурность, на разных вкусах она разная. То есть, ты даже, мне кажется, даже слепой может определить, где у него что. Он такой трогает, о, это кокос. А это трогает, о, это яйца твоего лучшего друга. И не спрашиваю у слепого, как он определил, где кокос, а где яйца твоего лучшего друга. Потому что яйца своего лучшего друга никто не знает так круто, как ты сам. Это у нас продукт компании The Lab. The Lab — это те ребята, которые делают табак Зенит, который мне очень нравится. И по Омни я вам скажу так же. Как чай, да, если я не говорил, что это чайная основа. И она мне тоже понравилась. Чем она мне понравилась? В первую очередь о том, что здесь в принципе не чувствуется чай. А довольно-таки хороший баланс между крепостью и когда тебе ебет жидчайший никотин. Вот здесь этого в принципе нет. Давайте посмотрим, что у нас по составу в этих пачечках. Состав: глицерин, патока, чайный лист, ароматизаторы натуральные и идентичные и натуральным. Производство ООО «Зенит». Способы применения. Я люблю читать. Равномерно распределите в чаше для кальяна, исключая прямой контакт смеси фольгой или коллаудом. Рекомендуется использовать 3 угля. Видите, многие производители хейтят забивку в касание. То есть, когда ты забиваешь их продукт в касание, они думают, сука, я его выебу. Не является продуктом питания. Это, наверное, прям для тупых, а именно, в частности, для меня. Потому что я, когда нюхаю разные табаки, если они прям пиздец как сладенько пахнут, мне охота их сожрать. Давайте, короче, сейчас не в тему, но один раз давным-давно я принес пачку альфакера домой и положил ее в холодильник. А когда я вернулся вечером домой, мама мне спрашивает, какой-то у тебя странный, блядь, джем нахуй в холодильнике лежит. Я говорю, мам, надеюсь, вы это не пробовали? Она говорит, нет, я это не пробовала, я это открыла, понюхала. Но на столе я увидел кусок хлеба, намазанный табаком альфакера. 50-граммовая пачка по цене просто секс. Я точно не могу тебе назвать стоимость, но это прям дичайший секс. Что у нас есть? Что у нас есть? Что у нас есть? У нас здесь огромное количество вкусов. Половину вкусов я не прокурил, но понимаю, что нужно с этим обзорчиком ворваться первым. Поэтому я прокурил то, что успел, и собрал свое мнение. Ананас я сегодня уже курил, поэтому я его курить не буду. У меня был выбор либо голубика с кокосом, а это уже, блядь, окончательно голубика с кокосом, и идите нахуй. Забивать буду это только я. Так, у меня есть чашечка, есть ковырялочка, и давайте быстренько все это вскроем. Где здесь отрывная часть? А вот она. Короче, скажу так, пачка тоже прикольная. По составу, именно по внешнему виду табачного сырья, он очень жидкий. И если ты забиваешь на 5-дырых чашках, то просто дичайше все вытекает в колбы. И я за один прокур просто не видел окончания шахты. Так все покрасило. Но при этом продукт очень... И, блядь! Короче, ребятки, кто из олдскула, покупайте Омни кокос голубика. И просто окунетесь в нереальный ностальжи, блядь. Давайте все это забьем. Я говорил, табак текет пиздец, поэтому его нужно в 5-дырой чашечке забить очень быстро и сразу же поставить все это на кальян, иначе все очень быстро вытекет на вашу стоечку.
И будет не очень весело. А вообще, мне кажется, желательно этот продукт покурить на фаннелах. Я не пробовал это делать, но надо будет попробовать, чтобы мы весь этот сироп не теряли, который так очень ценен в нашей чашке. Так, 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 разровняли. Вот так вот немного сделали. Ну-ка. Опа, отлично, пока ничего не потекло. Мы все это поставили уже греться. Так, давайте я вам расскажу из-за, наверное, таких особенностей, плюсиков и минусиков данного продукта, пока это у нас все греется. Плюсы. Хорошая жаростойкость, потому что я прокуривал, и я реально офигел, потому что я целых 20 минут курил на 4 угрях под колпаком. Да, немного местами жестило, но при этом табачная смесь держалась заебок. Я это очень легко описываю, никакого тут вау-эффекта либо магии нету. Табак очень влажный, поэтому он выдерживает такую хорошую температуру и очень быстро не перегревается. А жестило немного из-за того, что этот сироп немного подкипал, но при этом очень хорошо держался. Также, что касается плюсов, наверное, быстрый прогрев. То есть не надо долго ждать, это очень быстро прогревается. Также за счет того, что очень много сиропа и, соответственно, он быстрее начинает выдавать и крепость, и, собственно, дымность и ароматику. Все очень просто, обычная математика. Из минусов. Очень жидкий. Прям жиднее, чем твоя подлива. Самый хуёвый твой туалетный день. Что касается самой субстанции. Она вроде бы и жидкая, но не такая пластилинистая, потому что очень мягкая. Мягкая она почему? Потому что это чайный лист. И я думаю, мы можем потихонечку взрывать. И я больше чем уверен, что это у нас уже с тобой все прогрелось. Ты не поверишь, но я перед тем, как начать этот кадр, я поставил только коллаут с углями. Огромной крепости в продукте нету, но при этом ты чувствуешь, что немного он тебя насыщает, он делает тебя более-менее сытным во время курения. А в некоторых вкусах, которые я прокуривал, есть маленькая нотка вот прям химозы, но без этого ты никуда уже не полезешь. Есть вкус арбуз, и он оказался прям очень химозным. Дымность шикарная. Чувствуется ли чай? Нет. В принципе, чайная основа здесь не чувствуется. Очень сильно преобладает именно тот вкус, который нарисован на пачке. В большинстве случаев вкусы полностью совпадают, что, в принципе, я считаю очень здорово. Я готов сейчас на 4 углях спокойно весь обзор пыхтеть под колпачком и, в принципе, ничего не буду чувствовать в плане перегрева, потому что, как я и говорил, продукт очень хорошо держит температуру. Еще из особенностей, наверное, их вкусовая палитра и яркость пачек. Это очень здорово, это прям очень ярко. И самое главное, что реально можно обработать все это слепым, блядь. По дымности кайф однозначно. По ароматике в большинстве случаев прям кайф. А то, что это не табак, а чай, это минус, но не забывайте, что у продукта Omni есть старший брат, а возможно даже и отец. Это табак Зенит. А по жаростойкости тоже супер. Вот просто обратите внимание. Мы курили с вами минут, блядь, 10, не спиздеть. Просто колба уже выкрасилась. Это на прямоточных чашках. На фаннелах, скорее всего, такого не будет. Поэтому, как бы, вы сами решаете, на что вам забивать. Кайф. Короче, моя оценка продукту Omni из-за того, что это чайная смесь, она сразу автоматом у меня лично не получает высоких баллов. Но как чайная смесь, она очень хорошая и, возможно, в своей чайной категории многим продуктам вскоре даст пососать. Но не забываем, продукт может быть очень охуительным, но если у него хуёвый маркетинг, хуёвый план действий, то
это все будет лишним. Поэтому надеюсь, что ребята из Зилаба, Омни замутят очень крутой продакшн, замутят очень круто, и все это выйдет на хорошее количество продаж на полочке многих магазинов. Поэтому ты можешь быть первым, кто будет продавать этот табак у себя в городе. А, пиши ребятам в Зилаб, я контакты сейчас тебе дам. А, Омни Бленд, пиши просто в Омни Бленд и говори, что ебать, хочу продавать твой Омни, потому что о нем надо помнить. Это был Дава Дым. Всем пока-пока.